Привет, друзья! Делаю вам потрясающее меню для Бога. Я сейчас в режиме разработки, вот подбираю себе вот такие меню. Вот так вот два меню выпадающих нашел. Хочу с вами поделиться. Вот это меню, это стандартное бойлерское, оно подходит по цвету. Вот я себе установил вот так вот, тут его можно добавлять, расширять название, добавлять. И второе, более увеличенное, вот такое здесь больше страниц, это для больших блогов уже. И еще одно я подобрал себе, вот такое выпадающее боковое меню. Мне очень они понравились. Сейчас я вам покажу, как все это устанавливается. Я сделаю временные метки для видео, чтобы было удобно смотреть, находить нужные абзацы. Перед тем, как устанавливаете, заходите в темы и нажимаете здесь «Сохранить резервную копию», обязательно скачать. Создайте папку и нажимайте «Скачать», «Сохранить», чтобы у вас было мало ли что произойдет. И также вы потом, если что, можете вот сюда ее восстановить. Сюда же восстановите свою версию. Так, давайте первый шаблон. Первый шаблон брал я на вот этом сайте. Вот название. Кому надо, если не найдете, ссылку дам, если понравятся шаблоны. Я только уже чуть-чуть цвет изменил. Тут все описано. Вот это вот цвета, как менять, находите. В интернете можете менять цвет. Тут все описано. Поехали. Я уже на одном поменял. Копируем полностью код. Этот вообще легко ставится. И заходим в дизайн. И добавляем шаблон. Этот у меня для многих страниц очень большой. Добавляем шаблон. HTML JavaScript. Так, вставляем сюда во вторую часть содержания. Вставляем код. Есть. Ну, а здесь название, чтобы не путались. Нажимаем сохранить. Так, есть. Сейчас он появится, обновляем. Вот такие вот цвета. Здесь выбрать шаблонов много будет, но я пока мест на 2 себе подобрал. Посмотрю дальше. Вот теперь выпадающее меню боковое. Их тут два. Вот одно большое. Вот это я буду установил уже. И вот поменьше. Тоже с кодами. Так что выбирайте. Давайте вот этот. Вот копируем код сразу полностью. Копируем. Все создается одинаково, эти шаблоны. JavaScript. И в боковое заходим, вот добавить гаджет. Также JavaScript добавляем. Вставляем сюда, делаем название. Так, делаем название, это нажал не туда опять. Так, сохранить. Обновляем. Так, вот это вот мы поставили. Вот это меню, вот оно. Вот оно второе. Это то же самое меню, я изменил уже цвет. Если кому-то, кто не может изменять цвет, напишите, пришлю. Также можно изменить размеры. Сейчас все покажу, что где настраивается. Смотря какой шаблон, настройки, либо же отсюда вы ведете вы с дизайна, да? Либо же так, как у меня, шаблончики у вас будут, потому что не на всех шаблонах оно становится, и не всем вот это меню не всем подойдет. Это всем подойдет тоже, выбирайте. Вот, я прямо отсюда, давайте с этого покажу вам. Там все описано на сайте. Вот здесь, где колер идет. Колер — это цвет, понятно. Вот где цифры, вот. Этот цвет находите себе, изменяете. Ну и также где цифры находите, уменьшаете, увеличиваете шаблон. Сейчас я все это покажу. Давайте на сайте производителя посмотрим. Вот видно, вот он, вот этот цвет, это белый цвет, я точно знаю. Вот это не знаю, какие цвета. Вот так вы их находите и меняете. Тут он тоже пишет, не на всех шаблонах меняется. Вот это цвета все. Забиваете в интернете, вот так найти. И выбираете себе бесплатный колер.
Выбираете, так понятно, да? Выбрали какой надо, скопировали вот этот код и на то место вставили. Я думаю, это понятно. Так, давайте теперь в этом, где же что? Где название прописываете? Вот идет название у нас. Пишите свое название. Ну а вот понятно, где URL-адрес. Вот отсюда, вот отсюда. Пишите, вставляете URL-адрес. Вот адрес. Вставляете адрес. Давайте на примере покажу. Вот копирую. Одно название изменим. И вот, допустим, где адрес. Вот оно написано. Убираем. И вставляем свою ссылку. Ставить. А сюда, где название, пишем свое название. Пускай будет 3 пятерочки. Вот так вот. Нажимаем сохранить. И вот у нас 3 пятерочки и наш сайт. Нажимаем, вот он переводит нас тут. Вот это верхнее название так же само меняется. Пишется и вставляется ссылки. Вот оно. Вот название. Только вот до скобочек аккуратненько. Допустим, вот название мы. Пишем урок. И вот где решеточки, везде почти все. Вот здесь вставляете ссылку. Я уже не буду вставлять. Вот здесь вставляете ссылку. Так, вот. Так вот ее аккуратненько. Или выделяете, или удаляете и вставить ссылку. Все, сохраняем. И вот мы добавили вот уроки, пятерочки. Уроки нажимаем, переходим на сайт производителя. Вы же, конечно, вставляете свои ссылки. Также она увеличивается, уменьшаете по надобности вам. Вот, допустим. Точно так же все делаете. Вот название, да? И до следующего. Аккуратненько, чтобы не новое не зацепить. Все. Вот, допустим. Вот это либо же вырезаете, удаляете до другого названия. Вот так вырезать. Либо же копировать и еще добавить. Копировать. И, допустим, добавить сюда, да, вот этот делаем отступ. Отступаем и добавляем. Сохранить. Вот у нас добавилось еще одно название. И точно так же удаляем. Выделяем нужные абзацы. Вот название раз, там, допустим, одно. Давайте два. Абзаца удалим, многовато. Нажимаете удалить, подвигаете и сохранить. Так, вот оно обновилось, и вот оно какое коротенькое. В моем варианте вот я цвет поменял. Пишите, кому надо, если с этим цветом. Но я еще не подкорректировал, еще буду цвет подбирать. Цвет поняли, как менять все там. Давайте к следующему меню переходим. Так, мы выбрали чуть побольше, можно вот это маленькое тоже попробовать, ну, посмотрю еще. Ну, раз уже выбрали это, тоже можно уменьшить его сразу. Выбираем, открываем настройки, JavaScript, где вставляли, у меня шаблон, где показывают, я уже повторяюсь, и выбираем. Вот где размер, находим цифры, да, и ставим, допустим, 150. Я так все не буду, просто вам покажу. Нажимаем сохранить. И также цвет здесь. И вот он у нас, видите, короткий стал. Также можем ширину его изменить. И также цвет здесь. Все здесь находится, очень удобно. Вот цвета пошли. Вот это белый, я знаю. Ну а другие, вот еще цвет. Находите в интернете и заменяете. Все просто, я думаю, все поняли. Здесь также само вставляете название свое и вот URL адрес тут прописано, вот до скобочек URL адрес, раз делаете, все поймете. И все, вот такие легенькие настройки, красивые.
Кто первые разы, конечно, но страшновато, но вы скачаете шаблоны, сделаете себе пробный бок, раз сделаете, за 10 минут все поймете, все легко, ну, когда ты не боишься. Главное, чтобы вы понимали, настраивающая часть это вот этот верх во всех шаблонах. Настроили там, если надо вам будет цвет мой, который я вам вот эту верхнюю часть пришлю, да и все. А так вы можете сами разработать. Не забывайте поблагодарить автора и меня за работу проделанную за показ. Переходим к другим шаблонам. Так, теперь об этом сайте, об этом шаблоне. Это стандартный блогерский шаблон для блогера, гугли блогера именно. Если этот выглядит так, он очень много сюда страниц, ну туда тоже много, но то стандартный, он подстраивается сам, подхватывает цвета шаблона. Давайте этот удалим. Заходим на сайт Марка. Это все сайты, блоги, это топовские. Вот, заходим, и тут у него очень много шаблонов. Там, я тут еще другой буду брать, но сейчас первое это стандартное выпадающее меню. Вот, нажали мы, и вот, пожалуйста, тут у него и видео, и он тут объясняет, какие шаблоны и как изменять. Вот видео, так что я вам только покажу, как ставить. Если у вас там какие-то коды надо прописывать, индивидуальные шаблоны, найдете все здесь, на этом сайте. Так, вот давайте начнем. Вот первый дизайн. Так же само первая часть вставляется в Java. Копируем ее. Переходим в свой дизайн. Самое главное, знаете, что их передвигать. Они передвигаются. И сейчас создаем шаблон. Его также можно, как и в боковое меню, также добавить и главное. И вот добавляем шаблон. JavaScript. Так, еще раз копирую, проверю. Все скопировал. Копирую. Вставляю. Подписываем. И нажимаем сохранять. И теперь чуть-чуть его передвинем, наверное. Да нет, тут он и останется. Так, есть. Вот так он есть. И теперь нам надо, тут надо в HTML, чтобы вот здесь... Это, видите, оно цвет подхватывает сразу вашего шаблона. И вот получилось. Так. Вот вставили JavaScript. А эти в HTML. Сейчас код будем. CSS. Так, копируем. И заходим в дизайн. Ой, темы, извиняюсь. Изменить HTML. Выбираем. Изменить HTML. Здесь щелкаем на пустом поле мышкой и нажимаем Ctrl-F и пишем фразу skin на английском. И нажимаем на русском. И нажимаем Enter. Вот нам меню сразу подсвечивает, куда нам ставить. Клацаем левой мышкой Enter, чтобы отступать. И вставляем сюда первый код. Нажимаем вставить. И также сюда вставляется второй. Ну, опять, если кому надо для шаблонов, там из-за многих шаблонов, что происходят точечки, не уходят. У меня нормально все в новом шаблоне. Если у вас старый шаблон, второй вот этот код копируйте и вставляете. Стили. Enter, чуть отступим. Вот так вот. И сюда вставляем. Вставить. Все. И нажимаем сохранить. Вот, сохранить здесь. И теперь смотрим. Все, вот добавилось у нас стандартное выпадающее меню. Вот как она выглядит. Теперь давайте сравним. Вот так вот я его разрабатываю, я показываю еще раз. Вот, можете здесь увеличить. Я тут еще не прописывал, сил не хватает. Вот. Так же самое настройки. Заходите.
JavaScript настройки. И начинаете вот добавлять JavaScript, нажали, который установили, и вот хорошо видно. Здесь пишите выполненное название, вот где решеточка, вот скобочками, где решетка, вставляете ссылку. Точно так же вот это можете копировать и отсюда вот добавлять еще одно выпадающее меню. Так, вот отсюда. Давайте проверим еще раз. Да, вот тут вот название можете поменять. Это на английском падать. Вот здесь поменять. Вот. И вот мы копируем, если нам надо еще, копируем вот так вот. До вот этих двух закрывающих. И добавляем. Также можем и удалять. И допустим, вот главная, где у нас страница, вставляем здесь. Вот, к примеру, главная страница. Также делаем, отступаем трошечки и вставляем. Также мы можем добавлять эту же страницы, которые есть поодинарные. Так, это у нас как есть, а теперь обновляем. Вот появилось две страницы. Все отлично. И также вот эти части мы тоже самое копируем. Оттуда или оттуда, без разницы, у кого какие настроечки, не боясь. Вот эту часть копируем. Или удаляем, как вам надо. Скопировали. И добавляем ее. Ставить. Так, еще раз вот эту часть, вот, слишком много, вот, копируем мы, чуть-чуть запутался, хочется быстрее, отступаем, ставить, сохранить, так, обновляем, вот у нас две новости, допустим, получилось, и вот так, точно так же все удаляем, я думаю, понятно. И точно так же удаляем. Удалить новости, удалили, подвигаем. И все. Я оставил как есть. Вот это выпадающее. Показываю еще раз. Есть раз. Вот отсюда до отсюда. А вот это одинарное добавляем. Отсюда до отсюда. Вот оно понятно. Вот они идут страницы. Кому понравилось видео и помогу, оставляйте комментарии и лайки. Кому надо будет уже с вот таким измененным цветом, чуть-чуть я еще подкорректирую, здесь надо белый, тоже пишите. Все пишите в комментариях, помогу, чем смогу. Че плюсы, что вот это меню, возвращаясь, стандартное, оно, видите, подхватывает цвет шаблона. Не надо ничего не изменять, вы видите, оно здесь коричневый, здесь такой, здесь черное. Вот оно подхватило. Так что на этом буду заканчивать. Спасибо авторам. И спасибо вам, друзья, за лайки, комментарии, за просмотр видео. Всем хорошего дня. Удачной вам работы в создании сайтов и блогов. Заходите на мои плейлисты создания сайтов, блогов. У меня есть уже что там посмотреть. Всем пока-пока.